почитаешь, ты потом он... Ты видишь это вообще? Сперва Катя, потом Анатолий, я согласен. А смысл, Мартин, смысл вот это, тратить время? Не, ну у Инны прокатывает. Ты не торгуйся, ты быстрее читай. Я плохо читаю, еще раз говорю. Надо. Еще быстрее. Братья, пастые. О, уже Анатолий читает. У меня был начальник, Кать, который мне звонил по телефону, говорил, так, я ему говорил, он мне говорил, короче, потом говорил, еще короче. Ну вы же не хотите таким быть, правда? Нет, ты что? Читай. Братья, швасте, джанетасмин, раджа, вигата, садваса, увача, пранджалир, вакьям, вакья, джньо, вакья, джньо, муни, пунгавам. По-моему, отлично, шикарно. Ну, конечно, конечно. Это если я потренируюсь полчаса, то будет хорошо. Анатолий? А я ж не переводил. Так какая разница? Тебе ж читать надо, а не переводить. Переводить будет Евгений. А, читать? Такая Катя ж прочитала. Вот я говорю, пусть он следующий уже читает, 21-е, а это пусть уже быстро Женя переведет. А теперь все вместе. Раджа вигата садха. Садхвасаха увача. Ну и.